Здравствуйте, мои дорогие! Давайте сегодня посмотрим, какой у нас будет с вами понедельник. Понедельник. Посмотрим, на колоде Ленорман. Итак, приготовились. Поехали. Часы. Часы – такой большой сложный механизм. Говорят в первую очередь нам о том, что в понедельник вы должны будете ценить свое время. Для кого что актуально? Для кого время тикает и уходит, и кто-то что-то не успевает сделать? Для кого-то предупреждение идет о том, что вообще вот в глобальном смысле, что обрати внимание, жизнь проходит, не сиди без дела, нужно сделать то-то, то-то. То есть часы указывают на какие-то временные рамки. И в данном случае вам тоже идет какое-то предупреждение. Посмотрите, обратите внимание, часы тикают, время идет, что-то нужно сделать, что-то нужно, куда-то нужно бежать, что-то нужно успеть, что-то нужно, возможно, закончить, доделать. То есть часы такой у нас вращающийся механизм, да. И дальше идет карта звезды. То есть то, что вы мечтали по звезде, какие-то мечты, далекие планы, реализация этих планов, то говорит, время тикает уже сейчас. И чтобы реализовать вот те, казалось бы, очень далекие планы, нужно действовать уже сейчас. Книга. Книга – это у нас получение знаний. Книга – это получение какой-то информации, раскрытие каких-то тайн. Также, возможно, это как-то вот связано с этой комбинацией, с часами. Поэтому здесь говорят, торопитесь, получайте знания, ищите эти знания, получайте информацию. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Да, налаживайте мосты. Говорит, стройте мосты, наводите мосты с помощью информации, наводите мосты, идите к своей цели, время идет. О, тут у нас говорит, женщина, якорь, последняя карта, всадник. Женщина, якорь и всадник. Здесь нам говорят о том, что женщина как символ женской силы. Якорь – это у нас стабильность, безопасность, спокойствие. Это якорь нам помогает достичь цели. То есть то, что, к чему вы шли. Потому что звезда – это какая-то цель, это какой-то вектор, направление, да, которое нам бы хотелось достичь. То мы должны получать и не терять время, получать знания, набираться информации, быстро-быстро наводить мосты. По карте часы время идет. У вас есть ваша женская сила, у вас есть ваш настрой. Да, женщины очень у нас усидчивые, порядочные, более такие умеющие выполнять кропотливую мелкую работу.